Что такое хорошо, что такое плохо? Эта фраза с детства известна всем, но каждый воспринимает ее по-разному. Устами младенца глаголит истина. Вот мы и решили узнать у ребят, что такое хорошо все-таки, а что такое плохо. Что такое хорошо? Хорошо – это когда заботишься о маме, любишь ее, помогаешь по дому. Бабушки, дедушки. Это когда ты помогаешь маме, не дерешься. Хорошо это когда ты это на улицу выходишь со своими друзьями, гуляешь там, в футбол играешь, на велике ездишь. Это когда ты на карате ходишь. Когда убираешь, мама хвалит тебя. Очень хорошо. Хорошо это, когда ты дружишь со своей этой сестричкой, играйся. А что такое плохо? Плохо это, когда дерешься, кусается, не помогаешь маме. Плохо даже, если футболку грязную одел и это вымазался на улице, упал с велика тоже. И это плохо, когда снег идет, потому что можно подскользнуться. Когда мама на меня ругается. Когда гроза идет, дождь, снег. Плохо это, когда ты, эта сестричка, играешься, все ломаешь, и это ее бьешь, и это даже в угол ставишь ее. Тоже плохо. Хорошо это, когда ты смотришь канал «Орбита».